Бурбага. Буду рисовать граффити. Класс, да. По всему городу. Здорово, братва. Я нахожусь на Днепре. Я сюда приехал к своему куску. Здесь один нюанс есть, который я заметил на фотографиях, но из-за того, что уже был уставший немножко, его сразу не исправил. Вот тут лепесток. Обязательно надо сделать красную линию. У меня есть с собой дешевая красочка. Я взял ее потестить в специализированном граффити-магазине. Это украинский производитель какой-то, отечественный. Стоит она очень дешево. 40 гривен за банку. Это и вот это. Это разные производители. Мальва и Старпейнт. И вот это стоит 55. Это точно не Украина. Если кто знает, подскажите. Красный цвет. Черная зебра также по 40 гривен. Красный, белый, синий, желтая мальва. Я попробую сейчас красный, наведу вот эту линию, которая здесь осталась. Поколыхаю его немножко. Обязательно одену перчаточку, чтобы не запачкать пальцы свои и не отмывать их потом час, а то и два. Не люблю, когда краска на кожу попадает. Хочется, чтобы руки оставались чистыми. Поколыхаю его, чтобы никаких сюрпризов не было. То еще, блин, кусок испорчу. Отпал у меня кэп. Вот тут такой папа-баллон. Или мама, я не знаю. Мама-кэп. А баллон папа. Такой навевает немножко олдскулом. Неплохо пшикает. Сначала я здесь пшикну. Посмотрю, какой тут оттенок. Да, подходит. Только он уже, кажется, забился. Немножко попшикал, уже забился кэп. Да, неприятный сюрприз. Ну вот, что получается за 40 гривен. Так, хотя бы на одну линию бы хватило. Дотру его пальцем. Да, думаю, будет сложно что-то нарисовать этими баллонами. Хорошо, хоть солнышко немножко выглянуло, можно согреться. А то холодно как-то сегодня. Я думал, будет солнечный день такой теплый. Уже обрадовался, оделся легко. И выехал на велосипеде. А тут холодина такая. Все, я не буду его мусолить, а то уже можно навредить. Лучше меньше сделать, чем переделать, я думаю. Линия неплохая, если кэп не забьется, то это даже очень хороший вариант, потому что, кажется, он вкрашивает густо. Конечно, красный по красному не особо ты заметишь разницу. Но мы его наверняка и в других условиях испытаем. Краска на асфальте разъелась, но я ее поправлять не буду. Можно даже кроссовкам стереть. Планы у меня сегодня такие. Собираюсь потестить эти банки, сделать один кусок вместе с кэроком. Может, поделаю еще теги в зависимости от погоды. Если будет тепло, то я не буду спешить возвращаться домой. Тест Матипа, Старпейнта
мальвы и черной зебры. Бежевая зебра хорошо себя повела, посмотрим, как ведет себя черная. Я собираюсь ехать сейчас на поздняки. Это вон аж ту сторону, там, где виднеются эти небоскребы. Находится район Поздняки. Это левый берег Киева. Есть мост, по которому можно будет потом переехать. Доберусь сначала до метро Осокорки. Все, буду ехать по правому берегу. И на мосту я переправлюсь на Поздняки. Если Ковальская стоит на том же месте, то сделаю пару деталей вот этими новыми банками. Посмотрю, как они реагируют в реальных условиях. Перед тем, как потратить их на кусок и на теги. Приятного просмотра. Подписываемся, оставляем комментарии. Не забываем лайкать, если вам нравится видео, или ставить дизлайки, если оно вам не по душе. Все. Я доехал на место быстро на велосипеде, но что-то пошло не так. Поезд забрали. Планы нарушились. Я собирался исправить кусок, но здесь его не оказалось. Его, наверное, сейчас отправили куда-то на погрузку вон в тот завод. И он в этот момент погружается всякими цементами или, может, какими-то драгоценными металлами, неважно. Но есть одно но. Стоит половина поезда. И есть еще один вагон. И я считаю, что его надо покрасить. Он так хорошо стоит. Единственное, мне мешает немножко дерево, но это не беда. Это не самая большая помеха. Я сейчас поколышу немножко краску, чтобы она была. Блин, а там опять та же проблема. Забивается этот кэп, короче. Да уж, такими баллонами особо не покрасишь. Короче, клапан вообще не нажимается, никак не пригодны эти баллоны для рисования. Вот такое, такая шняга. Ой, блядь. Короче, вкрашу я красным. Он более надежный. Да. Если он нажмется.
не палит же работник. У меня же, блядь, левая рука устала. Банки с аутизмом, короче, блядь, которые... Все. Порисовал. Поймешь, блин. Взял кэп желтого, посмотрю, как оно будет. Не
Нихуя. Короче, забилось тут. Бля, короче, поняли, пацаны. Такие банки даже даром не надо. Заебись. Заебись. Охуенно.
холодновато что-то, блин. Что-то настроение не очень с такими банками. Белый такой себе, неплохой. Красить можно.
Интересуют бюджетные баллоны. 40. Есть оранжевый, желтый, белый, красный, оранжевого черный. Нету, желтый, черного тоже нет. Есть мобилак черный? Желтый, белый, красный. Все. Черный самый дешевый, 110. А что, нема мобилака уже? А что, не вечный? Нет, конечно. А мотив е? Мотив, вот сюда. Вот такой. Еще один синий. На тип? Какой-то дешевый. А белый нормально покрывает? Да не все одинаковые плюс-минус. Ну, то есть не водяной? Чернобелак. Ну, мне он лучше, потому что он идет с грунтом. Он идет двухсоставный. А мобилак идет просто типа краска. Мобилак может быть более жидким. Потому что он универсальный, а здесь идет как закрепитель и сама подложка. Поэтому мне типа эта краска нравится больше, но ее надо нормально долго и нудно трусить. А кэпы подходят какие-то на нее? Не, как и на мобилак, ничего не подходит. Это папа, да, или мама? Точно такой же, как мобилак. Только в мотипах там можно менять насадки. Еще один светло-синий. Вот такой разве что. У них тут разве что есть еще хром. Не, подожди, черный. Черная зебра? Да, но у нас здесь, которая не меняется. Есть, так, меняется. Ну, его тут вынять можно просто поставить. Ну, я имею в виду, что там точно такой же клапан. Ну да. Можно ведь поменять, да, на, да, такой же кэп. Да, да, да. Тогда я беру... Это сколько будет стоить все? 255. 250. 5. Давай 250. Мы не на рынке. Это раз. А во-вторых, типа, я тут что-то не вижу, чтобы мы торговали. Что, тебе жалко 5 гривен скинуть? Да мне не жалко, но типа, когда будет аренду платить или за электричество, придет такой дядька, я ему скажу, ну давай на пятерку меньше. Он такой, блин, а давай. И ни разу такого за 12 лет не было. Ну я ж не коммунальная служба. Ну и я ж типа не этот самый, не на рынке спички торгую. Ну как хочешь. Легко. Если у тебя есть вариант где-то купить ее дешевле, пожалуйста. Ты можешь купить ее дешевле. Это получается 6 банок за 250, одна за... Я типа 40, та по 55. Вот это 55, да? Да. Это с тем, что типа... Не, выгодно. Всего к лету. Они закончатся. Ну, они закончатся, и следующая партия, которая будет, они будут где-то в районе, типа, плюс-минус 10 гривен точно. А то, может, наценка, да? Ну да, это типа... Своей стороны те, или стороны 50, завода? Те, что по 55, это типа, когда они привозились по курсу 25, а сейчас курс 33. Вот так ты еще успел их завести, когда 25 был курс? Ну, мы их затянули 1015 тогда, вот они типа... Я когда был, последний раз их не было. Мотипов? Ты про мотипы говоришь, я про это говорю. Эти тоже вырастут в цене, ну типа, сейчас курс 33, вот вчера был 33, и вот они... Уже подорожали на 3 или 4 гривны без доставки. Малые покупают такую краску? Ну, ее все покупают, кому надо. Берут, да? Ну, это ж типа строительные. Ее берут типа где угодно. А это украинский кого-то производитель? Это все делается, вот это все делается в Украине. Кроме мотива. А не в курсе, в каком городе? Больше. Я не знаю, ну типа... Я даже, ну ты же за завода заказываешь. Они могут привозить просто сюда сырье оттуда, а это делается здесь. Кулек надо? Кулек надо? Нормально? Или добавить? Ну, ты интересный тип, конечно. Я не понимаю, почему я должен делать тебе скидку. А почему бы и нет? Хороший аргумент. Все платят, как платят, а ты типа на особенном счету, правильно? Кэпы, если что, то вот это по 5 гривен. А что за кэпы есть? Дополнительные, ну, такие же или какие-то другие? Есть какой-то фэт? Ну, а тут не будет фэта, да это же если поставишь через проставку, оно не будет писать шире, чем оно пишет с этой. Тут типа клапан не дает. Типа вот это будет шире. Вот этот будет шире. Этот будет уже. Типа, потому что за счет. Ну это ж типа каллиграфичный. Ну да, за счет этого он и будет шире писать. То узко, то широко. Как, ну да, поставишь? Да, ну типа точки, чтоб широко, не будет.
Разве что на вот это можно набрать, но там опять-таки. Все, по рукам. Хорошего дня, пока.
разрядилась камера, пока ее заряжал, снег пошел. Погодные условия поменялись. Опять. Я думал, уже лето начинается, а тут опять зима нам не дает покоя. Короче, вот такой результат. Подвожу итоги. Если вы какой-то мазохист, вам нравится усложнять себе жизнь, то эта краска подходит для вас. Она даже самый лучший вариант, потому что хуже краски, наверное, вы не найдете. Das ist geil, ey.